Пара слов о пиаре и немножко о еде. Тщательно пережевывайте пищу. Это выгодно. Раз. Это уберегает вас от лишних движений. Два. Экономите кинетическую энергию. Это полезно. Три. Обработанная пища, попадая в желудок, лучше воспринимается. Тщательно пережевывайте информационную пищу. Что это значит? Поменьше читайте и почаще перечитывайте. Это полезно по тем же самым причинам.